В Славянском районе сегодня успешно развиваются 24 вида спорта. Пожалуй, одним из наиболее необычных и зрелищных является академическая гребля. Этот вид спорта в нашем районе начали развивать всего около 10 лет назад. И даже за столь непродолжительное время удалось добиться серьезных результатов. Славянские спортсмены успешно выступают на всероссийских соревнованиях, побеждают на первенствах Европы. Академическая гребля – это вид гребного спорта, включенная в программу летних Олимпийских игр. Большую часть года тренировки славянских спортсменов проходят на открытой воде. Благо, теплая среднегодовая температура и незамерзающая протока позволяют делать это до декабря. Но и зимой тренировки не прекращаются. Для этого есть специальные силовые тренажеры, на которых спортсмены отрабатывают необходимые навыки. У нас есть специальный тренажер, который называется «Концепт-2». На нем стоит датчик, который показывает усилия на гребке, за какое время проходит спортсмен ту или иную дистанцию. Ну, это практически наш гребной тренажер. Мы на нем занимаемся не только зимой, но и летом, чтобы иногда провести контрольную и выяснить, на каком уровне физическом находится спортсмен. Тренировки на гребных тренажерах в помещении получили название «гребля индор». Со временем это направление выделилось в самостоятельную дисциплину, и по ней стали проводиться соревнования. Славянские спортсмены также участвуют в таких соревнованиях. В спорткомплексе «Лидер» прошло первенство района по гребному спорту. Можно сказать, что гребля индор сложнее, чем гребля на воде, поскольку спортсмену приходится ориентироваться только на собственное время, а поэтому нужно работать по максимуму и без перерывов. После прохождения дистанции от перенапряжения многие даже не могут встать, но зато это прекрасная возможность улучшить свою физическую форму. В первенстве района по гребному спорту участвовали как парни, так и девушки. Один из лидеров нашей команды – Варвара Лапига. Спортсменка, неоднократный победитель всероссийских соревнований. Ездила на Россию до 19, до 17 добилась КМС, ездила на отбор в детскую сборную России, отобралась, но из-за болезни не смогла поехать на сборы. Сейчас планирую тоже попробовать отобраться и съездить на Россию и занять призовые места. В соревнованиях по гребле индор необходимо за максимально короткое время преодолеть дистанцию в 1000 и 1500 метров. Лучшие результаты показали Григорий Ковин, Варвара Лапига, Егор Рыбкин и Анастасия Скотаренко. Тренировки и соревнования на открытой воде планируется возобновить в конце февраля. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа «События».